Короче, мы с Луганска уезжали. Первый взвод у нас был. А один двухшотый, два трехшотых, нахуй. Это которые уезжали в субботу перед вами? Да, которые перед нами уехали. Вот один 200, два 300. Они куда уехали? Они в тылу стоят. А почему у них тогда двухсотые? Не знаю. Мы сегодня видели пацанов. Я лично общался. Хотел с Ленинградом пообщаться, с тем, кто со мной в Луганске. И заехали туда, блядь. Я говорю, где командир? Командира нету, говорит, уехал. Я говорю, а кто с вами старший живет? Говорит, никого с нами нет, они все уехали. И вот он мне говорят, один 200 и два 300. А вы туда ездили? Ну, до позиции сегодня ездили. Хотели что решить, что нам делать-то, блядь. Безвыходно. Ну, вот опять врешь, а говоришь, дома сидим. Оказывается, ездили. Потому что я с утра взял с магой и поехал. Потому что что здесь ждать в море погоды? С утра встали и поехали. Съездили обратно домой. Мы никуда не выходим. Нахуй надо. Тут пиздошат, блядь, со всех сторон. А на чем вы ездили? На мотоблоке, нахуй. Где вы его взяли? А я не знаю, мелкий откуда-то пригнал, нахуй. Это спит. Мать, хоть патрон, но пулемет намутили, блядь. И нам патрон еще свои же не хотели давать. Мы охуели, ёпта. Не знаю, с магой сегодня хотели, блядь, комбата увидеть, который нас с Луганска отправлял, его тоже не попался он нам под руку, блядь. Мы бы ему высказали, кто он есть и чё, нахуй. Все нормально сидят, блядь, хотя нам обещали тоже в тыл, а привезли, ебать его в рот, а-ля улю, нахуй. Короче, там тоже пока команды нету, ну вот мы сейчас пареньку сказали, там у них генерал какой-то приезжает, нахуй, чтоб на это сказал, чтоб к нам сюда заехал хотя бы, нахуй. Тут посмотрел, какой, блядь, здесь у нас творится, нахуй. Не знаю, что, как это будет выглядеть. Сюда боятся все есть.